могу сказать, что я игрок основного состава. Думаю, никогда этого, ну, может, и скажу когда-нибудь. Но сейчас нет. Мне нужно еще работать и работать и работать. Доказывать в первую очередь себе и тренерскому штабу, что я могу и делать все, что требует тренерский штаб. Скорости повыше, нагрузки тоже выше, требования жестче. Сегодня уже с утра нагрузочная, станции было довольно-таки тяжело, но старшие ребята подсказывают, поддерживают, и работа проходит на ура. Конечно, пихает Чарли больше всего. Бара тоже подпихивает иногда, когда, допустим, я дорабатываю, когда ошибаюсь, но это же правильно, это все идет в копилочку, выслушал, сделал как надо. Обычные люди, это с виду кажется, что они все звезды, а в быту они помогают нам, делятся советами. Молодые ребята из «Локомотива», которых мы гораздо реже и видим. «Локомотив» продолжает атаковать, а так же остро, как первый. Ой, красота-то какая! Ой, блестяще-то как сыграно! Потрясающий гол Лока! Непередаваемые, наверное, эмоции. Когда забил, просто внутри все опустошение просто было, и все. Ничего не чувствовал. Родители, конечно, были потрясены. Бабушка, мама, отец, брат, девушка. Все поздравили, все были очень рады за меня. Естественно, каждая тренировка с «Основой» — это большой шанс проявить себя и попасть на высокий уровень. Хочу заиграть именно в своем родном клубе, в «Локомотиве». А когда — это решение тренерского штаба, то есть от меня зависит только работа.